Будет это, не надо, это все надо развязать. Угу. Вот здесь вот, тут как раз такая обраточка, и вон там. Я уже думал, все развалилось на первой рыбалке. Всем привет, хороший день для рыбалки. Сегодня я хочу рассказать, а точнее показать, о начале фидерной ловли. В этом мне будет помогать опытный фидерист, так как я в фидерном деле, я, можно так сказать, профан, мало разбираюсь, и мне будет помогать осваивать это дело. Ну что, вперед. Ну вот, мы на месте. Вот такие громадные перекаты. Как на самом деле на фидер, тут ловить тут тяжело представить, потому что Роб сейчас проконсультировал, где лучше. В общем, будем его ловить вот здесь вот. Тут как раз такая обраточка, и он там. И Роб хочет он туда кинуть. Там тоже вот такой вот крутится. Но мне кажется, там не актуально, потому что там мусора очень много. Увидим. Да. Там будет видно. Тут хороший знак, тут пшена просто. Пипец, тут выбирать особо не приходилось. Где ловить? Ну, начинаем раскидываться. Я как самый подготовленный. Да, я тоже порой бывает с ведрышком хожу. Я не бабушка, да? Да. И, кстати, я с Робертом. Hello, my friend. Это непорядок какой-то. Сейчас покажу, какие у меня фидера. Первый. Это это такая новинка, кстати. Nord Stream Alliance. Он совсем недавно вышел. Только этой осенью, я так понял, поступил продажа. И второй. Аквапульсар. И тот 360 до 120. Я еще не ловил на них вообще. Да и вообще нормальные фидеры. Ловил только когда мы ездили, как же, на Прада. Так, мне вот это убрать надо. Наверное. Но смотри, какая жидкость у этого. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Так у тебя такая же. Нет. На, ну вот сравни. Хотя мне кажется... Да, наверное, да то же такая, самое. Такая, да. Как раз спиннинг ловить, джиговать. Что вообще это? Сюда катушечку вот такую. Defender моего динозавра. Какой лучше. Так вот прям за кончик берешь. Выставляешь их. Это самый чувствительный, это средняя, это минимальная чувствительность. То есть вот это озера. Это как раз таки малые реки, где большой груз не нужен. А вот это уже фидерное. Угу. То есть, ну, в смысле, они все фидерные, но в том плане того, что... Еще мне так понял, фидерное брать. Средний возьми. Так. Я все же поставлю здесь 90. Да, я тоже буду ставить 90. Сделаем патерностер. Можно, конечно, знаешь, что попробовать. Но. Единственное, опять же, как с зацепами. Попробовать швырять вот так вот. Туда? Чтобы я чутка вот, да, чтобы я как раз там мутил. Кстати, а вот я так понял, просто обычную петлю делать, да? Нет. Если ты будешь делать обычную петлю... Она сползет, то... да. Нет, дело не в том, что сползет. Лучше всего делать... Ну, это же вот. Так хрен знает. Если ты будешь делать обычную петлю, то у тебя будет это. Не надо, это все надо развязать. Угу. Лучше всего делать инлайновскую. Показывай как. А, вообще снять? Да, вообще снимать. Есть банальная такая оснастка. Она легкая в использовании и быстрая. Нет никаких ни карабинов, ничего. Делаешь. Два оборота. Так, у тебя кормушка квадратная. Побольше. Это у тебя под кормушку. Просто петля в петлю. А здесь? Петлю просто делать для этого. А здесь делаешь еще одну петлю. Ну, для поводка. Для поводка. У тебя получается кормушка здесь, поводок здесь. Она когда будет дергать, она у тебя будет дергать в первую очередь. Она более чувствительная, угу, такая оснастка.
Спасибо. Сейчас мы все это дело соберем. Да. Смотри, короче, в первую очередь, вот сейчас все брось. И, ну, так будет просто правильнее, если для начала замешай прикормку. Прикормка должна настояться еще. И минут 5-7 нужно поставить, чтобы она разбухла и увлажнение не попало. Видишь, как модно у меня. Блин, а это удобная штука. У меня их уже два. Ну, у тебя же одна... Одна силиконовая. Да. А вообще, если как бы темповый будет ловить, да, то... Так, чем пахнет? Панировка какая-то. Реально пахнет панировкой. А что, получается, надо ждать, когда она разбухает, да? Я честно, для меня это уже открытие. Просто когда ты ее сейчас перемешаешь, она. Так, ну ты идешь, что я думал, что она сухая должна быть. Нет. Вот нормально консистенция. Сейчас ты ее пока что переувлажнил. Но вот подождать надо минут 7-10. И она будет по суше. Вот посмотрим, нормальная будет или нет. Я думал, наоборот, такой должен консистенция, чтобы лепилась. Тебе консистенция нужна такая, чтобы тебе ее нужно донести до дна. Ага. То есть нужно, чтобы она у тебя в кормушке не застаивалась. Нужно, чтобы она тебе наоборот вываливалась. Понял. Откуда это спиннингисту узнать? Сколько моментов, нюансов. Я правда реально надеюсь, что сегодня будет рыбалка. На это. На спиннинг-то точно знаю, что мы поймаем. Возьму. Так, а поводочек как думаешь, какой? Я ставлю 0,18, потому что, во-первых, течение сильно. Не, я о том, то, что по... Длина? Да. Я вот ставлю сантиметров 45 где-то, 40. У меня, наверное, большой, да? То можно и такой поставить. Тут это надо гадать. Чем сильнее течение, тем, ну, больше будет развиваться поводок, сам понимаешь. Вот. Соответственно, его будет отрывать от дна. А вот хорошо это будет здесь или нет, я не знаю, потому что я не знаю, где тут рыба держится. Может быть, он на дне сейчас весь лещ стоит. Хрен его знает. И вообще, он есть тут. Да. Просто ввиду того, что как бы сейчас осень, вода холодная, прикормка... Не особо должна работать. Да. Она не то, что не особо, но она меньше работает. Так, как мне кормить начинать или не надо? Так, хотя тут, собрал? Наверное, нет, да. Или мне нет смысла даже кормить. Ну, нет, почему? Давай так. Во-первых, тебе же нужно будет поставить фидер. То есть тебе нужна рогатунка. Да есть, сейчас. Есть у тебя рогатунка. Ты на один будешь ловить? Мне кажется, два. То я в своем... В таком случае... Поводок лучше сними. Заклипсуй, ну, то есть... Я в этом не профессионал, а просто пробую, как для новичков. Не, ну все равно, как это все делают, они закидывают 5-6 кормушек, чтобы закормить. Соответственно, с крючком, с поводком, этого лучше не делать. А, ну вот да. Логично. Так, а вот, кстати, вот второй какой у меня. Палочка пульсар. Кстати, пульсар посмотришь? Ну, возьму среднюю, белую. Позволи, вот, да. Посмотри, у нее, она это жесткая, по сравнению. Да. С этой? Это жестко. Да, 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 да. У нее более жесткий строй. Это абсолютно другая палочка. Да. Поэтому я тебе говорю, а еще и с вершинки тебе прям. Ух ты, что-то за хрусь был. Неприятный. Да, был хрусь, согласен. Не, вроде не развалилось. А, это все понял, это вот это хрустнуло. А, ну может быть. Да. Катушка-держатель. Я уже думал, все развалилось на первой рыбалке. Был бы, знаешь, да, страшно даже. Нет, по поводу хруся, конечно. Неожиданно, да? Да. Вот смотри, видишь, она как раз уже подсыхает. Угу. Она вот она так более развалится. Она вроде и комкается, а от удара будет разваливаться в воде. Так что увлажнил ты ее нормально. В воду попадет, будет самое то.
Ну вот и все, рыбалка закончена. Знаю, многие могут не согласиться с мнением опытного рыболова, так как существует множество способов монтажа, узлов, и это на самом деле сотни видов. Но Роб делает так, и я ему полностью в этом плане доверяю. Я надеюсь, вы что-то новое для себя сегодня вывели. Ставим лайки, подписываемся, комментируем. Всем пока!